Урок 8. Запись микса. Используя функцию аудиорекордер, можно записать текущий сет в реальном времени. Также имеется возможность записи с внешнего источника, подсоединенного к звуковой карте. Записанный аудиофайл воспроизводится в проигрывателе так же, как и остальные треки коллекции. Для записи микса используется панель аудиорекордер, открыть которую можно, нажав правой кнопкой мыши в свободную область основных функций и в открывшемся списке выбрать соответствующий вариант. Запись начинает выполняться в момент активации кнопки REC и заканчивается ее деактивацией. Существует возможность разделения записываемого файла на составляющие при помощи кнопки CUT, нажав на которую автоматически начинается запись нового файла с сохранением предыдущего. Открыть в браузере директорию со всеми записями можно с помощью кнопки Edit. Нажав кнопку Delete, мы удалим последнюю запись из директории. Громкостью записи управляет параметр Gain, расположенный в панели Audio Recorder. При помощи него можно изменить громкость записи, не нарушая текущей громкости воспроизведения.